have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Cat Quest, который 2, и нас тут тоже 2, и на затылках у нас написано 2, и все хорошо. Золотого ключика у нас нету, но у нас есть вон там вон табличечка с заклинаниями. Потом у королей разбудит силу, да, что мы теперь получим? Исцеление, вот, это мне нужно. Давайте, блин, надо как-то правильно распределить магию. Щит я, наверное, сниму, поставлю себе исцеление. А щит я поставлю нашему этому псенку. Я не знаю, будет он пользоваться им или нет, но я надеюсь, что да. Он у нас типа маг-дальник. Давайте еще раз сохранюсь. Эпичненько нас король такой подставил, заманил на этот остров, говорит, все, теперь вы здесь навечно останетесь. Но тут есть какой-то мавзолей на 10 уровень, который можно пройти, наверное, мне кажется. Зря магию использовал. А, это лабиринт. Ну-ка, давайте попробуем. Тут есть сундучки. Секира рыцаря. Крутяк. Я как раз рукопашником играю. Давайте посмотрим. Плюс 2. Ну, хорошо, пусть будет плюс 2. Я не против. Что у нас с другой стороны? Ну, естественно, сундучок тоже. Исцеляющий посох. Опа! Так, подземелье исследовано. Минус 2 урона, плюс 2 магии. Исцеление плюс 20%. Может, знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Погодите, у меня есть идея. Нет, сними. Оденешь топор. Ты оденешь... Посохи-то, кстати, одинаковые, только у этого исцеления. Теперь. Вот. Наверное, сделаем вот так. Вот так. Вот. Поменяем все-таки местами, как изначально... Ну, изначально у меня щит был. Я думал, это... Ты у нас будешь еще и хиллером. И у тебя будет исцеляющий посох. Блин, а почему у меня столько жизни ушло? Откуда у меня штраф на жизни-то наложился? Алло. И у него штраф на жизни наложился. А почему? Минуточку, ребят, я сейчас чего-то не понял. Или где, или почему? Блин, тут еще и босс. Наследник королевы, вы ищете способ вернуть свои престолы. Докажите, что вы того стоите. Наше величайшее оружие может стать вашим. Босс. Ох ты ж, 41! О, хилочка прилетела. Мало, конечно. Вот это! Выходим. Так, пока он в щите, с ним делать что-то бесполезно. Валим! Фух. Чувак под раздачу. Блин, мне бы похилиться на самом деле.
Чувак, ну ты и подставился. Нет! Вот это! Просто магию набиваем обратно. Валим, 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 валим аккуратно. Dark Souls style. Он меня одного оставил. Фух! Да! Я не понял, откуда у меня такие штрафы на жизни. И у него тоже. Королевская печать улучшена, круто. Возьми эту печать и выкуй оружие, способное сразить любого врага. Королевский клинок. Крутяк. У нас жизни просто в хламину. А, вот что это был за 10 уровень-то, кстати. А, теперь понятно. О, мои усики, я так переживал. За свои усики? Я правильно вас понял, вам не удалось даже когтем тронуть льва. Вы показываете карри королевскую печать. Показываю, показываю. Это знак первых королей. Так они сказали вам, что нужен королевский клинок, да. Ну, я надеялся, нам не придется прибегать к этому, но... ну окей, идем просить Кошу об этом. Мичка, что у меня сейчас с жизнями? Почему они ограничены до 85? Из-за чего? Минуточку, посох ограничивает жизни? Блин, магический посох ограничивает жизни? Вы серьезно? Ну, из-за того, что ты стреляешь, это, в общем-то, логично. Но, блин, это обидно. Все, я вас понял, хорошо. Мои короли, не поможете мне найти древний магический предмет? Да помогу. Шубка-невидимка. Вот что нам надо найти. Так вот, хотите... Тот, кто в них ходит, становится невидимым. Большинство из нас слишком боятся ходить наружу, а шубка скроет нас идеально. А где? Дедушка Мак вроде бы что-то знал и никогда не отвечал на мои вопросы. Только что отправил на тайную встречу где-то около дремучего леса. Мои храбрые короли, не могли бы вы выслушать и записать, о чем они говорят? Ага, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Секреты наружу, типа... Смех смехом, кошка кверху мехом, что ли? Вот и маги, кстати. Вы начинаете делать записи. Начинаю. Итак, молодежь ищет шубку-невидимку, но дело в том, что она принадлежит древнему магу, и только он знает, где она. Древний маг, тот, кто открыл магию времени, он исчез много лет назад. Он каким-то образом сам себя поймал в ловушку в царстве замороженного времени. Мне кажется, снаружи что-то происходит. Лучше поберечься, чем жалеть потом. Та-та-та-та. Так, мы пока их не перебьем, не сможем продолжить, да? Таш, блин! Стоял, ждал, пока он меня ударит, ага. Стреляй в него, давай. Так, хорошо. Да ладно! Фига себе, это меня так задело до сих пор. Лиса фигова.
Ладно. Значит, чтобы найти древнего мага, нам нужно найти само царство, в котором он застрял, так? Ну как? Я слышал, есть один путь. Но раз ты знаешь, что царство существует, загляни туда, куда выходит обзор круга, и найдешь вход. Просто еще одна предусмотрительность. Да ладно тебе, предусмотрительный ты наш. А у меня закончилась манна. Все мярно. Я считаю, что слишком... Все равно все мярно. Ага. Молодежь считает... Блин, нас там бьют, если что! Считает твоим мнением, скажет не вмешиваться. Конечно, сейчас быстро назад. Блин, нифига себе, как меня во время катсцены могли бить? Надеюсь, они послушаются, что... Запатовано должно остаться запамятовано. Блин, что? На каком языке вы разговариваете, люди? Квесты тут, кстати, довольно интересные, поэтому я беру и побочки, и всякое такое. Это прикольно. Да идите вы нафиг, мелкие. Мои короли вернулись. Вы успели записать хоть что-нибудь? Ха-ха, древнее царство. Дайте магу свои записи. Значит, чтобы найти шубку, мы должны найти древнего мага. А чтобы найти древнего мага, мы должны заглянуть туда, куда выходит обзор круга. Выходит обзор круга, обзор круга, круга, обзор кругозор. Мои короли, точно, вам нужно идти на Мордашкин кругозор. Я не сомневаюсь, вы вернетесь с шубкой-невидимкой, мои короли. Это что-то прям далеко, не? Давайте посмотрим. Хорошо. Хорошо, я не против. Мордашкин кругозор. Тут же ж... Да, на таб можно все-таки посмотреть карту. Я забыл. А где? А, мы вот. Все, я вас понял. Мордашкин кругозор. Вы активировали вход. Найдите магический круг, который приведет вас ко мне. Магический круг поблизости. Вон он. Ну, допустим. Почему городские коты ненавидят нас, магов? Мы же ничего не сделали. Все страшатся непривычных вещей. Нам просто нужно подождать. Возможно, однажды они поймут. Блин. Нужна какая-то хорошая пушка. Эти ребята, они очень потные. Я тут же по морде получил. Да, два раза еще к тому же. Успокойся. Может, ты меня подлечил бы, а? Я вернусь во времени и уничтожу первоисточник магии. Это должно положить конец дискриминации. Если нет магии, нечего ненавидеть. Но твои магические теории времени слишком опасны. Все равно я помогу вам, потому что мы лучшие друзья. Я почему-то сейчас вспомнился квест про Санта-Клауса, доброго и злого из первой части. С тобой все в порядке? Вас ударили? Это снова были горожане? Почему всегда так? Довольно, нам нужно выполнить заклинание времени. Но с этой магией что угодно может пойти не так. Мы просто должны пойти на этот риск. Блин.
Два удара надо делать, не больше. Он себя лечит, это, конечно, хорошо. Блин, а прикиньте, если хилиться можно только самому, то есть нельзя хилить кого-то. Или... А, нет, стой, это хил-луч, я понял. А, и ловушки, я помню эту магию. Сейчас было неплохо на самом деле. Все, он начал использовать хил луч, это хорошо. Так, стой, ты же не хочешь сделать это? Это не выход. Уже слишком поздно. Как только я ступлю туда, я наконец смогу все исправить. Что-то не так. Вы нарушили заклинание. Это выше моих сил. Я не могу сделать этого. Почему? Это же поможет нам. Мне жаль, я пытаюсь спасти вас. Я хочу только того, что лучше для нас, магов. Помогите мне. Мне жаль. Он его отправил в петлю времени. Он его отправил в бесконечную петлю времени. А, новые мордашки. Спешу вам сообщить, что эти кристаллы на самом деле были моими воспоминаниями. Вы помогли мне вспомнить кое-что, только что активировав их. Да, я подзапамятовал немало с тех пор, как застрял здесь. Большинство моей магии уже утеряно. Смотрите, каким маленьким я стал. Но теперь, когда вы нашли меня, появился выход. Может, когда я покину это место, я восстановлю свою память и магию. Увидимся снаружи. Спасибо, что выпустили меня отсюда. Вот, возьмите. Шляпа синего мага. Мне нужно время, чтобы вспомнить все. Я останусь здесь, вернись ко мне позже. Вот это сейчас было прикольно. Так, шляпка-то у нас что дает? Плюс 4 к колдовству, а это дает к хпшке. У него и так хпшки мало, если у него сейчас... Давайте... Это нелогично, он у меня маг. Если я у него заберу шляпу, которая дает хпшку, он и так сейчас носит посох. Посох у него забирает треть жизни, поэтому если ему сейчас сниму шляпу, которая носит, дает хпшку, будет вообще печально. Давайте я тогда одену себе пока что шляпу. У меня щит. Почему я не пользуюсь щитом? Кто-нибудь скажите мне. Так, стойте, друзья. Только что вспомнил, что у меня есть шуба-невидимка. Но ее у меня украли. Не поможете мне ее вернуть? О, Орден Изумруда, давайте. О, так значит, тоже ищите шубку. Я не против отдать ее вам. Я сохранил ее в закрытом сундуке, но его украли изумрудные разбойники. Их логово было в пещере... Мягких лап. Но это было довольно давно. Помогите, может, они все еще там ошиваются. Пойдем. Интересно, на какой это все уровень. Да, короче, он врубает заклинание хилищего луча. Это прикольно. Оу, привет, чувак. Работать. Ну, работать, хорошо. Ну-ка, на как... Ай! Сорок два! Карл, а что так больно? Да, заклинание хилки пусть будет у него. Он его активирует, и это все нормально.
Изумрудный разбойник. Эй, сюда. Сюда? Там на 19 уровень пещера, офигеть. А вы носильщики, которых нанял босс? Ну да, да, так есть. Фантастически, муртастично. Мы переносим логово. Босс ждет вас в конце пещеры. Блин, пещера-то жесть. Ай-яй-яй, 134! Не убиваем! Не убивай меня! Ёппарасоте! Это сейчас было страшно! Офигеть, эти ребята жесткие. Но я понимаю, что еще пещера не по уровню. Ну, это было очень жестко. Ой, я себе доспехи рыцаря апнул, хорошо. Ты не офигел? Причем это меня со щитом так бьет, ага. Нет! Блин, нет, 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 эта пещера мне еще не по силам, я вас понял. Окей, значит я к тебе вернусь позже, чувак. Ну, на 19 уровень, это пока слишком жестко. Я доктор Джекет, прошу помощи в сборе мяса чудища. Опять мясо! Было такое, кстати, это... Ну, хорошо, да, короче, два черепа сложности. Клыкастый друг пришел мне на помощь, какая редкость. Добро пожаловать. Типа он про пёселя. Итак, часть горожан заболела. Симптомы постоянное напивание мантры мяса. Блин, был такой квест в первой части. Анализ крови показал наличие странных элементов. Диагноз чудищиоз. Офигеть. Мне нужно образцы мяса летучих мышей. В частности, мне не хватает образцов ущелья в надречье. Уничтожить летучих мышей, чтобы получить их мясо. Мясо первый уровень, ну да. Давайте сохранимся. Сходим за мясом. Не, чувак, ты идешь лесом. Ну-ка, на какой это уровень? Ущелье над речью. На 14. Это на 14, наверное, можно пойти. Святые мурлыки, какое счастье, что вы не безумная мясокошка. Что? Если увидите эту кошку, лучше бежите как можно дальше. Пока. Мясокошка? Блин, они еще все в разнобой лупят, чтоб тебя... А, ты бы меня вылечил бы, не? Не, ну как хочешь. А, это вот эти вот летучие мыши. Чувак, ну-ка, вруби хилку. Я забыл, что можно не просить хилку, можно просто...
Ахахахай! На 68! 50! Я еще не зря израсходовал, молодец. А, вот и уровень, блин, зря хилку врубил, получается. Да, не хватает. Чувак, больно же вообще-то. Я добыл. Круто. Мясо летучей мышь. Ай, блин! Было бы неплохо, чтобы ты еще не убегал с хилкой от меня. Блин, врубил хилку и такой бегает от меня, носится. Ну, мы этих сейчас тоже убьем. Я сейчас просто сюда схожу. Тут сундучок. Надо бы его все-таки забрать. Мантия белого мага. Вот это круто. Вот это на секундочку круто. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что твоя сейчас дает? Плюс 16 хп, минус 3 дэмэджа. Но, в принципе, у него он же магией в основном бьется. Поэтому, да, меня это устроит. Будем одевать его как мага. Ничего, что у меня шляпа мага. Нет, это все нормально. Хилкой надо пользоваться. Нет маны, кого же фига у меня нет маны. Валим. Валим. Блин. Да, тут есть еще такая фишка, если все подземелье зачищаешь, то у тебя в конце открывается сундучок. Это то, что сейчас произошло. Так. Так. Пушку хорошую. Облачение ниндзя. Важный шанс. 10. Что за важный шанс? О. Что такое важный шанс? Так, у меня сейчас доспехи дают 7 брони. Так, у меня брони практически не останется. Будет 3 жизни. Плюс 3 жизни. А, не, плюс 3 урона. И некий важный шанс. Я пока одевать не буду, я подумаю, что это и как. Это мне интересно на самом деле. А, это просто телепорт к началу. Хорошо. Идемте отдадим мясо. И. Так, нам, наверное, надо бы немножечко по сюжетке пройтись. Уровень 15. Кстати, католица. Как раз где мы были. Давайте сохранимся. Королевская дорога. Селяне, выщите доктора Джекет. Ничего, мясо. Эрская мясокошка. Постойте здесь. Это мясокошка. Доктор Джекет, самый непостижимое, что я не помню, как заходил внутрь. Так ты и есть мясокошка, значит. Прикольно. Джекет, у нас и есть мясокошка. Огромное спасибо, мне понадобится еще помощь. Заходите еще, сейчас возьмите это. Шляпа катантюриста. Кстати, шляпа авантюриста я, наверное, одену, потому что у меня сейчас шляпа мага. Которая мне дает просто 4 магии, но... Блин, я бы взял на самом деле вот это, 4 урона, потому что... Я все-таки этого персонажа как бойца качаю. Хорошо, у нас есть основной квест, у нас есть мясо продолжение, у нас есть продолжение магии.
Ну а, ребятушки, всем этим мы будем заниматься уже в следующей серии. Пока что игрушка оставляет офигительно крутые впечатления. В общем-то, ничем не хуже, чем первая. Тоже закрученный сюжет и тоже интересные квесты. И я только сейчас заметил, что главный замок сделан в виде кошачьей золотой головы. Больше похож на обсерваторию. Так, да, ребятки, все. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда. Да.